Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Мы снова на пасеке находимся, снова, в смысле, год спустя. Открываем сезон продажи меда. Сейчас посмотрим, как у нас добывается мед. Но сегодня погода нелетная. Сегодня пасмурно и дождик, поэтому активность очень-очень маленькая. Вот, даже видно, что пчелки сидят все по домикам в основном. Вот сейчас зайдем, посмотрим золотой мед. И сколько-то возьмем и уже отправим нашим клиентам первым. Что-нибудь. Ну сейчас, да. Смотри, какая полная рамка, да? Да, это. Все прям. Это вот сейчас мед от каких пчел? В смысле, от какой? У вас два сорта. Там немецкий. Немецкий. Это сейчас с немецкой. С немецкой. А как наши ребята не хотят пока таскать? Ну, у наших пока еще пустовато, скажем так. Но у немцев гораздо эффективнее работает. Ничего себе. Это вот то, что вот станок не доработал. Угу, приходится вручную дорабатывать. Как-то не очень. Ну, а если там это, он будет сильно вырывать, да, если как-то пожестче? Нет, это делать. Все зависит от того рамка, как, какой формы рамка. Сейчас вот станок их всех выровняет под одну форму, да, потом будет все хорошо. Но она все равно плюс-минус какая-то ровная, да? Вот как-то, по-моему, еще хуже есть. Ну, всякие были. Ну, сейчас более-менее к стандарту они у нас будут подгонять со станком. И это. Слушай, ну донниковый мед-то классный вроде как. Вот он классный, потом тут экспорцет зацвел, а дожди начались. И его не скосили, как бы пчелы с него собирали. Ага. Но вопрос маленько в другом. Вопрос. И еще какой-то вид зацвел. Либо шалфей, либо цикорий. И он нам очень-очень сильно подкрасил мед. Прям вот. Цикорий тоже подкрашивает? Да, цикорий очень сильно подкрашивает мед. Мед со вкусом цикория? Ну, вкуса у него цикория не будет, а цвет темный. Темный такой, классный такой. Да. Жарко от солнца, до дождика. Вот эти дебоки какой хороший. Вот видишь, я устроился в подмастерье. Пока просто у меня простая задача дымить. Что-то мало дыма. Ну что, не сидит, да, брать? Мы это начали убирать. И дождик нам пришел. Ого. Мы семьи забрали. А семьи еще не выбрали. Вот и солнышко выглянуло. Трудяги. Дым чуть-чуть больше пошел. Полчаса. Ага. Берешь крылышко и их смахиваешь. Вот так вот, да? Ага. Потихонечку. Ну и все. Процесс несложный. Да, слушай. Интересно, как в конце, видишь, так, тык-тык-тык. Угу, пупурышки. А, пупурышки. Да это трутневый расплод до конца не вышел. Трутни. Они останутся. Очень страшно. Немецкая селекция. Немецкая семья? Немецко-австрийская селекция. Корни. Даже если прислушаться немножко, сейчас. Schnell, schnell! Шнели, шнели там по-своему, видишь? Ну, бывает такое. Это вот не всегда можно даже услышать. Нам повезло сегодня.
Вот занимался бы пчелами, а ты бы еще и руки бы крепкие были. Качок. Она потихонечку пропихивает, потому что ну мало внимания. Даже здесь успевает. Молодец, молодец. Дед старый. Был бы поживее бы, да? Отсюда. Вот так, смотри. Как удобно. Вот так вот по плоской. Ага. Раз, ну, ты, Вова, не так уж, наверное, получится. Как получается будет. Ну, знаешь, ну, как быстро получается. Да. Так вот люди распечатают только вилками. А быстро так вот толкают туда, как это. Прирожденный. Что-то как сосредоточен. Что-то это, что-то волосы чешутся. Раз. Нет, я не прирожденный, у меня просто бабушка была пчеловодом. В третьем поколении пчеловод. Гены вылезли, да. Наружу попёрли. Что, вот перерамка. Значит, сейчас мы набираем мед прямо из-под станка, прям горячий еще. Прямо из-под медогонки практически. Да. Он у нас. Можно из-под медогонки, но он из-под медогонки получится не цыженный. Это качка меда. Какая по счету вот у вас в принципе там с 1 июля? Да? Третья, наверное. Или вторая. Смотря как понимать. Да, как понимать. Да. Что понимать под качкой? Ну, мы просто какие-то семьи первый раз откачиваем, какие-то второй. Вот эти второй раз. Вот эти мед такой чуть-чуть посветлее, чем первый. Да, уже намного посветлее. Ну так вот, сравнить. Да. Вот, смотри, банка меда. Говорят, что тут мед с цикорием. Поэтому вот такая... Но мы думаем, что он нам подкрасил. Потому что у нас... Цикорий подкрасил. Цвел донник и цвел экспорцет. А донник с экспорцетом вот очень светлые сорта. Для тех, кто любит цикорий, не обязательно покупать в магазине, можно купить мед. Так, чик, разобрал. Да, вот, ага. И все, этот мед, да, мы сейчас отправим его нашим покупателям. Милости просим, значит, пишите заказы в комментариях, там, на WhatsApp нам. Будем отправляем по всей России компаниями СДЭК и ПЭК. ПЭК, если большие объемы, вот кубиками удобно очень. Ну а СДЭК по всей стране от одной баночки, вот такая баночка.